My name is Alexander Ekman. Меня зовут Александр Экман. About 2 years ago, I traveled to Oslo, Norway. Около 2 лет назад я ездил в Осло. I traveled to the Opera House to discuss a future piece. Я ездил в Государственный театр оперы и балета Норвегии, чтобы обсудить мою будущую постановку. When I arrived in the theater, I started to dream. Как только я попал в театр, я начал мечтать. What could we create here? Что я могу здесь создать? A water ballet. Балет в воде. 6,000 liters of water on stage. 6,000 литров воды на сцене. They gave me a yes. Они согласились. I needed a story around the water. Мне нужна была история вокруг воды. I decided to make a new version of Swan Lake with a real lake on stage. Я решил создать новую версию Лебединого озера с настоящим озером на сцене. The premiere came, the curtain raised, and a swan lake was born. Наступила премьера. Занавес поднялся, и родилось Лебединое озеро. It was a success. All the tickets sold out in 1 day after the premiere. Это был успех. После премьеры за один день все билеты были распроданы. A couple of months later, it was nominated for a Benoît de la Danse. Несколько месяцев спустя балет был номинирован на Бенуа де ла Данс. Я всегда знал об этой премии и был в восторге от данной номинации. Yes, everybody showed something of the piece on stage. Организаторы спросили меня, мог бы я показать что-то из этого балета на сцене? I suggested 6,000 liters of water on the Bolshoi stage. Я предложил 6,000 литров воды на сцене Большого театра. And they answered, a glass of water could be okay. И они ответили, что согласны на стакан воды. Последний раз, когда я танцевал, я забыл хореографию. Meaning, I completely forgot the choreography. Я имею в виду, я забыл абсолютно всю хореографию. So I started running around in circles. Я начал бегать кругами. I was nominated for an award in England once. Однажды я был номинирован на одну из премий в Англии. I went there and I attended the ceremony. Я поехал туда, чтобы присутствовать на церемонии. I didn't get it. Я не получил ее. I felt sad and stupid just sitting there, like a loser. Мне было так грустно просто сидеть там, как неудачник. So this time I decided to make a solo. Поэтому в этот раз я решил создать соло. At least like this, I have created something new. По крайней мере, я создал что-то новое. And now I can also say that I have danced at the Bolshoi. Я смогу сказать, что я танцевал на сцене Большого театра.